не могу тебе без квеста отдать эту кровь, она не отдает. Это все успех, да? Да, все успех. Напомните, что тут делать надо? Я давно не был. АФК стоишь, босс, бьешь просто все. Что-то тебя занесло, Лар. А, сорян, нормально. Я думал, что я тапки линкую. Там осколок случил. Штанцы надо? Штанцы, штанцы. О. Удалось. ДКП. Ты писал, что на танк ролишь? Я не видел. Не, честно, если ты писал, скажи. Да-да, он на танк ролил. Он больше дамажить не хочет. Реально писал? Синзе, отдай, пожалуйста, а, ноги вот. Ой, не ноги, а пояс. Пояс. Отдай ноги. О, пояс. Кольцо забрал, тапки. Какое кольцо? Или там? Пояс заберет. А, да нет, это Зуламана. А, это тот, что ли? Это тот, да? Пал. Да, это тот. Холи Пал. Че, у нас все подошли, я видел, там вылетал кто-то. А, все, он тут уж. Все, хорошо тогда. Бейте босса. Только нахуй ты гуляешь, блядь, босса. Я не тебе вспомнил, когда, блядь, мы еще нахуй не зашли даже за ворота. Ну, я так и не трогал его, я знаю, что не мне. Да, просто я смотрю, там что-то около топет, по-моему, нахуй, веселый. А мне показалось, что это перчик и сагли. Ну ладно. Ну, блядь, это не блядь, это не надо. Будет казнь. Просто опять. Так, что там сейчас, Максим Файер? Я тебя добавлю. Иди. В эту табличку. Там, там. Что, у тебя Луни не слетел? Смотрим начисление. А, у нас книги не помню. Мне епашечка прилетела. Нет, что прилетело, то я знаю. Он же, блядь, с гильдии выходил, чтобы это делать. Я думал, он в рейд просится. Это там пацаны, не... там, короче, Квинни выведи, а он в Бетти. Чтоб Спок забрал. В Бетти, Бетти, не к Споку, а к Бетти. Проверили. Тебя занесло. И то они там харкаются, нам зажимают. Не нравится. И это, пацаны, не спойте. Это я нечаянно в начале боя здесь спойлил. А вам-то зачем повторять мои ошибки? Заразно. Уха, девочка. Появился. Да. Че, он обновился, что ли? Да нет, но... Багаю. Есть теория. Если, короче, их сводить, то есть они параллельно идут и бочками друг друга захватят, то он обновляет. Че там по ДПС, бля? Бочками, бля. Да? ДК, бля. Остеотом, ребят. Почему я лут нахуй не могу, блядь? Брюс, продам триксы по КД в тебя. Да, я сдохну нахуй, ты че, ебанулся, что?
Не, ну первый это все равно в танк. Не, там проверенная тема, он этот. Амуни, ебать, меня хоронил, блядь, постоянно этой хуйней. Да, вроде даже где-то было. А нет, с нашими танками ты не сдохнешь, что ты. Нормал дэк собой. Не было этой хуйни, которая распала? Не, не было вроде. Вообще, Брюс, не надо на меня наговаривать. Смотри, начисляется, даже не слетает, он с очереди. Он у него на сотку больше. Это где, прям в этом? Q ДКП есть очередь? Да, открываешь таблицу, тыкаешь челика, добавить на замену. Вон он, у меня галочка стоит, что он на замену. А вот это типа сессия плюс-минус, да? Не-не-не. Смотри, ты ДКП открыл, получается персонажи нажал, там вкладка онлайн. Видишь? Ищи его недолго, видишь, он в рейде там, типа, у тебя показывает, что он. Да, вкладка онлайн нашел. Вот. Лунидога, да, нашел Лунидога. Вот. По нему правой кнопкой тыкни, там стоит, что он на замене. А тебе вписаться где-то должен быть? Ну там вот показать журнал, управление ДКП, редактировать ДКП, уведомить ДКП, привязать альта и добавить в рейд на замену. Есть у тебя такая хуйня? Рейд на замену, да, есть. Ну вот, у тебя галочка стоит там? Угу. Да? Ну вот, я сейчас сам поставил. Твои-то, твои настройки я не вижу, я свое так вижу. И он начинает оранжевым гореться. Ну. Все, я понял. Я создам себе персонажа с ником Лунидог. Вы назовете его Лунигод? Да. И так же будет Лунидог. Там один. Справа рыба стоит. Пацаны, вот здесь для тех, кто не в курсе, красный слизень появляется вот здесь вот. Где звезда стоит, где череп бегает. Тут надо, короче, если он вас в цель выбрал, надо убегать от него, 100%, сразу убегать. Все, все готовы, наверное, да? Сейчас, ну, сейчас, да. О, блядь, тут ребафать надо весь рейд, нахуй, ебаный. Да, всякое, все падает. Подождите, сейчас я ребафну всех. Тут там время заканчивается у вас. Охотника бафнуть. Блять, а бафни еще раз. Бафну. Разбойника. Шамана. И все, да? Да, все, все готово. А что хотел, бейте у нас есть. И что у нас есть? Вот же Брюс, если что, это на подхвате будете, окей? По стакам. На пул в ДК? Нет, на пул. Правда, паладина, сам Эриксон. Ник. Первый, если что, Оджи будет на подхвате после бети. Второй будет, если что, Брюс на подхвате после бети. Бети готов? Да. Все, я дал отчет на пул Сони Эриксона будет. И хей, блядь. Ну, не такой и хей, там же люди в зеле. Я бот проебал, да. Ну, вот, да. Скажи, кого после целка вычислить? Что, вычислили? Какая-то с плана про все продумать, давайте. Брюс блокнотик записывает и потом в ТГ кошмарит. По боссу остановили урон, остановили урон по боссу, милики в зеленого спина к столу, череп стоит в ком стоять с миликом. Все, забили его нахуй ногами. Летели и сразу на него, опять. На него сразу, на него всей командой. Ну, мы летели. Служи вышли, парфа перевели. Еще дотами в догонку, нахуй. Сейчас колбу первого стола оставлю. Пельмени полетят на третище. Мень. Это колба. Ну,
Это красный. РДД, как только красный реализовался, сразу в него играйте. Милики, ждете, пока красный выберет цель. Потом будете бить. Немень. Красный появился, там Бьорн убегает, остальные. И больше там Бьорн, да в стойку и щит надо нажимать, когда тебя красный в цель выбирает. И это орки надо было к столу тебе бежать. Да. Профайгра. В лицо, в лицо, в лицо, в лицо профайгра. Прям в точку в лица, где танк стоит, надо стоять. Он слева и справа колбу ставит. Вот, видите? Вы не поймали. Если бы слева-справа стояли, поймали бы. Либо строго за спиной стоите. Но там тоже есть вероятность. Пельмени, что вы поймаете. Спиной к столу в зеленого. Черепок должен на брюсе стоять. Так, что там по хп у него? Сразу наваливайтесь. Сразу на слизня. Сразу, велики, сразу. Забили. Колбы в лицо. Пельмени. Отошли от колб. Пока в профай играем, я скажу, когда стопать. РДД в красного. Стоп урон по боссу, стоп урон. Весь урон петов сняли, весь урон остановили. Мейка убегает, остальные башат красного. Сейчас он кинет пельмени. Где пельмени? Дура. Вот он кинул пельмени. Все, в профай играем в лицо, быстренько успеваем. Успеваем быстренько, 10 секунд. Быстро, 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 быстро. Еще быстрее, еще быстрее. Еще, вот. Батя, он прикурился, три просто плывет, вот так, как Майкл Джексон. У меня фаза из-за замедла так затянулась, да? Нормально. Я думал, мы раньше выйдем, типа, раньше начнем мочить его. Сейчас колбы поставят, бомж этот. Инер будет закинуть. Бэти как готов, сразу делай, даже команды не жди. Мне лучше сказать, я вар, я тупой. Я тебе скажу, я Бэти не буду. Сейчас откать, блять, там я просто сразу забрать не могу. Ты можешь еще быть это как стак получишь, притвориться мертвым. Чтобы не тратить таунт. В лицо там колба должна быть сейчас. Отходим, отходим, отходим. Че, я еще одну заберу? Да, да, да. Я забрал назад, сейчас сразу не могу забирать, потому что твой еще висит. И больше не надо, ребят, никому ничего забирать, просто добивать его. А, пизжу. Отже, готовься. А я еще же это. А, ты же, все, не надо, Отже. Я забыл. Меня, блядь. Ты брелок тупо. Хуй тебе, не ремень еще сверху. О, не нахуй, я уже. За 3 наваров столько токенов, 5 выпало сегодня, сопыщики, нет? Ну, вон нашим, которые. Вот эти знаки освещения что, апают, подскажите, пожалуйста? Т-10 с 251-го до... 254-го? Да. Ой, блядь. Фух, 35 минут. Слава богу, что напомнил, Мэйк. Я чуть не забыл про лут. Ну, я забыл про лут, в смысле. 35 минут. Так. Что, мага добавить тоже на замену? Добавим на замену. Все добавим на замену.
Ты смог курить не пойдешь? Не, я могу трэш чистим. А, ну это. Я быстро курну, пацаны, тогда. Только хилы все не уходите курить, вот, по очереди ходите. Если вдруг отошли, предупреждайте. Вот, все уйдут, и все, и пиар. Бля, я кофе забыл, я его сделал и забыл, короче, выпить. Кофе вредно, нормально все. Надо пиво пить. Да я на дальних просто с утра меня угостили. Я вот с 6 утра, короче, играю. Так, Азерет, лишних не дергай, давай по чуть-чуть. Меня в стан кинет, вон пизда. Нихуахуа. Жестко, да? Да, чё, сколько? 22к. Был бы на пол, такой бы хуйни не было. А он у меня в КД с прошлых. Ну да. Можно я тоже пока мёртвый покурю, что ли? Кури. Ой, бля-бля. Пильки меня. Ой. А, ну у меня КД было. Да я что-то не подумал тоже. Блин, жалко бафы, то что по новой бафаться рыбу жрать. Так-то похуй. Я не могу. Можешь это в сове на этом боссе, а на лане опять все вас приходит. Рыба стоит. Подходите все сюда, нарезай. Спасибо. Чё, каску кулак чисто.
Тут же можно будет сайдж ДПС покрутить? Я не откисну, как в прошлый раз. Ну, не ладно, ты... Окей. А чё, Спок, ты двоих лучше поддерживаешь, чем я? Нет, я вообще-то на келе хотел. Ну ладно, иди на келе. Два же у двоих агр, заебись. У него два таунта, у меня один. Ну, у тебя УЕ больше, вроде как. Нахуй знает, нет. У него больше. Пока что больше. Не, ну АУЕ у меня лучше, но... Я тут потанчу пока чуть-чуть. Сейчас готовьтесь. Дистанцию набрали? Набрали дистанцию. А где Виха? А, он не хочет его давать, я понял. А вот дистанцию набрали. Там сфера кинетика, не забывайте подбивать. Не, ну ладно. А, подожди, она же там откатится. Ну да. У меня вот КД тут у всего рейдена. 35. 40 секунд. Да нахуй. Там сферка падает на пьедестале. Слева еще. Ага. Там приз. Я сюда ходили. Да все, эту сферу мы продали. Угу. Лишь там длинные у Джека доты. Кинетику, кинетику. Ты в кого грыз крутить будешь? В Баланара или в Талдорама? Да в этих двоих. Давай Талдорама. Ну все, я тогда его таргетом держу. У меня УЕ просто еще есть. Извините, не успел. Не простим тебя, получается, никогда. Минус 10 кролл. Бля, 5. Я вас понял, это у вас как проклятие просто спустить. После ваших вчера минус 10 у меня больше 60 ролл не падал. Блин, он догадался, да? Да. Я вас выкупил. Дистанция, 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 дистанция. Там, в следующий раз, наверное, я двоих буду держать. Я стал слишком сильным, сферы умирают. Да я даже стараюсь их не бить, они все равно умирают. Спок. Что? Короче, предлагаю добавить в Дискорде еще одну этот колонку, типа не урон рейда, а отхил рейда. И сланы туда кидать. Можно, кстати. Можно, нет, ту же колонку шпырять, типа ДПС, ХПС. Ну, либо, да, писать там, типа, ДПС. Падай, как говна уже. Хорошо, осторожно. Ну, типа, зато ты кликнул, что тебе надо. Посмотрел. А то вот так... Я украл идею у меня, это я говорил ему. А, да? Я не слышал, что ты говорил. Спиздок. Мы обсуждали, да, я помню. Где? Получается, спиздил. Получается, да. Да, да. Повести нет. Ну это, короче, отжика идея, я целиком полностью. Не, хорошо. Пусть будет. Только не в ХПС. Сайдж, там осколок. Сайдж, сайдж. Угу. За трабу то в ХПС мы ничего нового не увидим. У нас одни и те же хилы. Ничего, вихрь, это третий, да, вроде? Уже шестой за сегодня? Заебись.
В смысле, шестой осталось 6 или... Нет, он шестой поднимает. Он быстро сейчас соберет. 25 осталось уже. Ой, бля. Потом я уже быстро соберу. Это все, одно КД. Это вы что собираете? Осколки. А кто говорил про этот Сирус Локс, что нету? В общем, можешь исправляться, они есть. X4 добавили туда. Вот, только что сейчас сидел, смотрел. Ну, нормально, фиолетовые логи дал. Что такое фиолетовые логи? Ну, там по цветам дают. Что такое Сирус Локс? Что такое? А что такое? А, это про эту хуйню, да, хуйня. Ну как хуйня, там можно проверить, там насколько полезного много чего, да. Насколько эффективно люди кнопочки нажимают именно и позиционируются. Блин, мне интересно одного человека глянуть. Ты охуел? Жука? Азерет. Жука. Жукса, что ли? Да. Бля, у меня это уебище теперь, блядь, в этом вылазит. Ну, часто просматриваем. В 25-ке ЦЛК его нету. А где? А вот логи рейда. Его в обычку не берут даже. Ну, может, не ходил еще на эту неделю. Нет, его на замену посадили. Ну, или так. Но здесь мы вот в этом рейде все три роги есть. Че, Джукс, у них теперь пока когда-то заменить? Вы что, не можете отпустить его до сих пор? Да нет, весело уже. Весело. Да, просто, просто человек с харизмой, да, он запоминает. Я бы сказал по-другому, такую тварь хуй забудешь. Рыбка справа. А можно резать? А вот, есть уже. Алисберн Джукс, это бывший брелок нашей гильдии. Да. В общем, по рейду, по боссу точнее, весь рейд стоит в кучке. Две обилки у босса. Роящиеся тени, когда они на вас кидаются, вы из кучки выбегаете вот вдоль стены, вдоль любой стены, как сейчас я метки раскидываю, и бежите вдоль стены до тех пор, пока лужа с вас не спадет. Когда пактом рычонок, просто подвигайтесь, он с вас должен спасть. Когда босс взлетает наверх, надо набрать дистанцию друг от друга. Можно кулак, пожалуйста, команда? Квенмон спек не схила, если не спек. Поваром кулак, кто там второй поводил. Спек новость. Стинзи. Так. Что-то еще хотел сказать. А что я хотел сказать? Поэт хотел не проебать, наверное. А, у нас паладин второй где-то хуй знает. 20 минут еще. Так, ну вроде ничего, значит, не хотел сказать. А, я хотел паладин холик поставь, мастера... Ну, тьму поставь. Мастера он нажмёт. Надо ждать. Я написал ничего. Я на АП дам, если его нет, хуй с ним. Я не знаю, надо ему что-нибудь, нет? Нет, оно. Ой, Стинди, на ходу бафни, пожалуйста. Рогов и варов. Поставь от тьмы паладин, если что, мастера уж нажмешь. Я на каст поставил. Еще один чек. Я сразу въеду, или как? Да. Ух, близко было. Мне бы еще на пультик нужен, однако. С пула. А то прям под самый этот, перед самым укусом только перескочил. Сейчас лужа будет готовить. Рок-мюзик выбежал, служи, Рома.
Иначе бы меня укусило, я было бы жестко. Один хуй хватило, мне кажется. Да да. У нас как-то был момент, что это... Мишаня один добивал под укусом Ланотель. Это было на местных. У него там что-то 200 или 300 хп уже было там. Кошмар. Сейчас лужа будет, готовьтесь. Ты не мод выбрал. Следующую лужу разносить рядышком со старыми лужами. То есть бежать не прям по ним, а рядышком с ними. Вот же после вихря или бэти куси, вихря куса, я бэти укушу. Не, это что, я на 10 месте. Лужа будет готовить. Да, мейк, мейк, лужа, мейк. Вон, рогу можно укусить и вихря. Ладно, вихря куса, я хрыгана укушу. Не, у меня шаблон ломается, и после Ланотеля сразу лечь. Приготовили, сейчас лужа будет. Вы двое в лужа. Сейчас весь рейд за боссом бежим. За боссом рейд бежим. Дистанцию, дистанцию, дистанцию. Ты ничего не... Оверхил, я дам сейф. Шипогим на хп, шипогим на хп кастуй. Сейчас поднимем бой. Сейчас страшно. Меня не дисплеили, так я любого там укусил. Все отлично. Босса сюда, к нам. Ой, да, уже железный, все отлично. Поехали дальше. Можно Геру дать, в принципе. И нырок заливали? Все заливали. Отлично, выбежу. Давай это, Архинар по рок-мьюзику, Иннер. Архинар, мы залируем. Ну, а вот нищий, я не знаю, он сядет, не сядет. Не должен, по идее. Ну, нормально. У него еще бомж, наверное, призывает. Сейчас лужа будет готовить после пакта. Будет вейв, да? Все три подряд. Укусы передаем, укусы передаем. Любого игрока кусай, просто без разницы. Ромик, тебя если что укусили, там не забудь передать укус. А мне кого потом? Любого игрока, который не укушен. Факт подвигается. А как разлететь, что он не укушит? Он верно, верно. Различить, он на нем дебафа нет. Бафа, точнее. Дебафа, да, дебафа. За боссом бежим. Холик, готовься. Дистанцию набрали, рейд продиспелили, дистанцию набрали. Держим дистанцию друг у друга. Холик, мастера ур, дай. И стыгин на хп оставшись. Все, я босса на другую сторону спок поставлю. Иди ко мне. Где второй рот? Босс, босс, идите. Укусы передаем там. Второй. Мишку кусай, Мишаню. Все, отлично. Все-таки не укусили. Ничего страшного, они добьют. Меня даже не укусили, вы чё нахуй? А, да, Мишаню, потом Бетти надо. Багруха, ебать. И осколок. Токен родится. Ты можешь сам хилить тебя, Азерет. Там есть у тебя спел. Вихрь забирай. Скотчик. Ох, что не попал. Чек на лут серебра разролить надо. Все тут? Или не все тут? Да, все тут.
Ебаная Валька съебалась с крысами. Пояс. И на РДД, и на ДЦ. О, ну я тут понимаю без конкурентов. Лок забирай. Лок забирай. У Сони Эриксона подкинь, забирай. Амулет. Серед. И восходи забирай Рому, получается. И что-то еще хотел, кольцо вот это хотел рыльнуть. Только я его не туда дали, оно вот это. Просто запустить надо. Что не сказали. Сейчас запущу. Что там выиграл у нас ДК? Подходи, ДК. Забирай колечко. Остальное времени много. В конце разрули. А, ну хотя... Время же ведь еще, да? Бафать кому-то надо, что-то я вижу, каску надо. Каску помогал надо. Попалом надо. Престам надо. Орден. Всем надо. Тоже каска 30 секунд. Сейчас, сейчас. И вроде всем надо. А мы... Ну, в куче стоим, я сам вылез. Становитесь, ребята, все под босс, в кучку, под жопу, всем рейдерам Ждешь, Рома, 6000 просто. Ничего, пацаны, в 260 тут 100 тоже будет, не комплексуй. Оденешься, у тебя больше будет. Здорово всем. Здорово. Здорово. Привет. Опять с работы съебался, что ли? Тихо. Это тайна, бля. На краешек рейд идите, трэш не трогайте. Пошли на краешек все. Максимум РДД можете доты свои там вешать, что-то не умеете. Ну, там разогнано. Шушу. И хей там, не забывайте пулить меня. И не забывайте пулить меня, блядь. Давай, сало, сало с танка все должны диспелить, кто может магию диспелить. Подними, еще подымешь потом сколько вам хорошо. Я когда я заряд подниму, заряд подними вихрят. Он на центре валяется, потом подниму. А, очень крутой, да. Ебаный, серьезно. Диспел с танка, сало. Все, он пошел диспел. Сало, сало, станка.
Тут же ничего не делаете. Тут надо просто сало здесь поднять. Знак много. Рейд в кучку под жопку устали, с ним под жопку. Вихрь сейчас тебе красочку дам. Кинер по ДЦ закиньте. Порог мюзик. Там тотемы забыли, парни, еще они далеко от нас очень. Я дам гнев, я дал гнев. РДД уже рассосались, милики пока бьют еще. Алло, замедло, бейте, клади, замедло, похуй. Милики отошли. Ну ладно, на следующий клади замедло. Шли от рок-мюзика, отошли. Вышли, служи быстро. Давайте чуть-чуть ставим. Вот так вот. Идите завтра на страницу. Да, перфекционист? Угу. Все, заберись. А, сейчас осквернение. По черному кругу рассосались. Приготовились. По черному, а не за. Все, раз, два. Двух валик вот этих смейте, я им стан дал. И замедлять их надо, ребята, обязательно. Можете тотем хуйни там вот этих ставить. Всю хуйню, короче. Любое замедло должно присутствовать на лагере. Еще замедлять. Еще замедлять. Пиздец, они у вас улетают. Вам герда бога заказано, пацаны. Сквернение. Разбирались разные стороны, после осквернения будете под босса сбираться. Разные стороны. Друг от друга отошли от лока, от демона отошли все. И под босса идем. Не берите ничего. Именно за спину встали, именно за спину. Строго за спину, блять. Сова, строго за спину. Раз, два. Я дал танк. Че там, 46 параллельно. Валик убили, и босса переводим. Осквернение 5 секунд, готовимся. Добежались осквернения. После осквернения переводим сразу босс. Пошли от Квинну, все. И босс играет. Ребят, давайте еще раз вам покажу. Видите вот этот носик? Вот тут урона нету. Вот этот носик, видите, вот здесь урона нету. Встали на носик, только не упадите. На носик встали. Зашли. Ты помнишь, как этот Джуз делал, да? Сука, он прыгал еще никуда. Типа, когда льда еще не было. Кстати, что потом на работу, да, после целкашки? Да, ну, била сделал, и потом на работу еще. Я думал, мало ли, ТТГ 25 будет. Десятка будет, смог. Десятка-то я видел, но... Там это нет, ты можешь с балкона выпрыгнуть. Типа, если у тебя все плохо. Ситуация-то катастрофическая, я понимаю. Ты же овер под себя, блядь. Памперсы для взрослых уже давно актуальная тема. Нет, смысл, рога, каждый рты хуя. Я вообще на них сижу постоянно. Живу в них. Как-то мама какать? Шары. О, все. Ну, шароёбы, бля. Под морду не лезь, орки, никогда. Хильте лока. Пиздол, бля. 4 пуга, да, получается? Лок, там убейте этого, и каст по возможности сбей. Осквернение, разбежались. И нарковаю к мюзику полить. После осквернения опять все под босс. Осквернение тот же, отошли тот же. Быстро ушли тот же. Обнимают. И за спину. Геру. Хуякс еще. И Геру, да, можно. Геру. Вы не забывайте, что на осквернении, ребят, надо друг от друга дистанцию набрать, а не от лича, блядь. Именно друг от друга. Сейчас будет осквернение, разбежались. Друг от друга. Это частая ошибка, игру разбежались и все в одну сторону. Ну, смысл какой? Никакого. Ну и от духов надо не умирать, Алиса. Ну да, это обязательно.
пакость хилим. Собьёшь каст и бомжа слил. Сквернение разбежались. Отошли от Алисы. Отошли. Так, чё, сотку, как обычно, сверху. Плюс сейчас за лича, наверное, он не даст, потому что он его не записывает. Болельщикам тоже давай в ДКП, я за вас душой был. Давай мы не ставим. На работе сидел, смотрел, бля. Так, сотку я дал. Кому ничего не надо, всем спасибо на сегодня все. Кому что-то надо, оставайтесь. Ребята с ЛФГ, помните, да, что бои Unroll были. Ребята с гильдии, вы можете бои ЕДС за ДКП забрать, если хотите. Сейчас я буду все это за ДКП роли. Ты знаешь, я чуть не встался. Тро. Смотри, Спок, и все равно он первый. На первом месте ромит. Он шарит, да, пацан? Блять, это ДДЦ, больно, ДДЦ. Че, быть, ты думаешь? Давай я СЛФГ рандомного возьму, его выебут нахуй. Нет, это да, я согласен. Я признай, что ромик охуенный. Нет, я ничего не говорю, я не принижаю. Я про то, что ДЦ... самый мало скиллозависящий спек. Типа в том же Эршаме, типа, можно обосраться сложнее, типа там Эрдру, ну хз Эрдру, ладно. В других, короче, классах там сложнее спеках. А учитывая специфику лича, то хилам просто другим не остается, тут ни хера хилить. А чё, Квинмун, ты в сову не спекалась, да? Я же говорил, что на личе можешь спекать. Ладно. Там фалик есть или нет, интересно? Сейчас посмотрим. Сука, ничего себе не упало на меня. Нет, Гвора упала. И кель. Ну, блядь, пизда. Да, прилив каждое КД будет падать, я хоть понял. Гвора тоже каждое КД падает, я смотрю. Гвору я бы на Оджи забрал, на самом деле, на танка. Поставьте пор. Ну, как я понял, она в гильдию ушла. Сейчас ДКП будет. А там Лоджи хуя не догонит, кто этот есть. Да, Лоджи кузашки, пушку надо. Нет, на танка ДК. Да. А у нас это не будет, походу, порта, потому что один маг какает, а второй, наверное, за компанию тоже какает. Блять, вот я так не хочу сейчас это говорить, холипалу, пиздец. То, что я хочу сказать. Ты скажи, давай так, мы посмеемся. Да он хороший, пиздец, холипал. Вихарь, тебе нужна эта пуха? Не нужна? В гильдию уже вышла, что-то. Ну, да тут не в том, что тупить, там, короче, видишь, тема про дробяшку и меч. Типа, что приоритет меч для локов, но она ему не нужна, короче. Дробяшка, типа, полипалом шаманом приоритет, а локом мечи, там, магом вот этим всем. Ну ты просто такой хороший, я тебе не хотел это говорить, обижать тебя не хотел. Ну что поделать? Я скажу за него, я за него скажу, ты ох, цветочный, знаешь. Да нет, он забрал ее, почему он забрал? Я шучу. Я так полагаю, он за 10 ее забирает, потому что вихрь не будешь же продавать. Ты не будешь вихрь, да, что делать? Ну что? Че, он жаба душит, блядь. Мне, сука, выйти, блядь. Озеро-то он пятихаточку снимет для успокоения души. Да, у меня апокалы, сука, за 700 уехали. Тоже из Авара, который не посмотрел, потому что у меня ДКП, блядь, 7000. Не, ну это, смотри, если не ролить на максимальное, то система работать не будет, Брюс, с одной стороны. То есть, если ты не будешь терять эти очки, те же 700, то мы тебя вообще тогда не догоним. Ну я этот же, я-то одетый в гильду зашел. Я очки оставляю только на что-то очень нужное. РПЛ роли. Ну и вот он. Да, она как раз таки в этом и заключается смысл этой системы. То есть мы тогда новичков задушим. Никого ты не задушишь. В конкретном рейде, во-первых, ты не контролируешь лут, который падает. Во-вторых, ты не всегда контролируешь сетап рейда.
и в конкретном рейде, например, за 1000 ДКП отдавать бистриню человеку, которому она одному нужна, это играть против самого себя. Ну, то есть ты против своей же гильдии, получается, будешь своих же тушить. А она ему всему одному в этом рейде нужна. Что мне с ним делать? Задушить его, обидеть его? Ну, это же бред. Ну. Тоже верно, да. Нет, здесь недельный срез нахуй. В гильдии, да, ушла. Дальше сейчас, ребят, давайте с ЛФГшными ребятами разролим, и потом уже это... Давай, Бетти, хуярим. Да не, куда? Мы все закончили, можно заливать. В гильдии. Да, еще лут не нужен. Так, в гильдию ушла Саван. За ДКП хули, Бетти? Саван, че? Тварь с тысячей. Саван. Я говорю, что, рука Воля не падала? Нет. Нет, конечно, блядь. Что-нибудь Пакость. Полезное из стрин падало что-нибудь? Пакость это... Да заткнитесь, пожалуйста. Пакость это на силу, плащ, но он все равно в гильдию ушел. И вояти. Тоже, видимо, в гильдию ушел. Дубль 2, поехали. Погоди, Сань, насчет плаща. По Дрейбану он нахуй не нужен. А вот этот АДК это анхолик же, это его плащ. А чё у нас плащи в хосту аваром не собирают, что ли? Ну типа у него, блин, за АД даже лучше. Поэтому лучше ДК, он даже сам пишет, что ему не нужен. Наверное, рольнул просто от пизды. Подожди, а чё, я думал, что варов там от хосты что-то скалируется, нет в Т4? Если нет, то забирай АДК, что ли? Анхолику лучше, да. Тогда забирай ДК. Ну, анхолик ПВПшный. Блять, анхолик вообще. Блять, там же Т5 скалируются в хосты. Я ебать, я забыл. Я думал, в Т4 вары скалируют. Так, ну все. Получается. ТБЛ. Поехали. Анхолик упал. Че себе, брат. Да ДКП это был. Вижу 700. Халява. 1000 вижу. Че, а я думал, Азерет он забирал уже. У Азерета нету, да, головы? У него власть и еще какая-то херня. Мне тоже казалось, что у него была. А другие его индушку дает. Сейчас зеред же лопится, но все равно выкидывает. Че, власть тебе понерфили или че? Че он молчит? Да ничего не понерфили, все нормально. Прохимерар, я в центре площадки стою. Подходи. Где оружие? Ларинцель. Ты же так основание никогда не заберешь. Балбес. А ты найдем? Да не, я снял нормально. А, ты, у тебя же автоматически начисляется. Чё я снимаю тут уже, ёптвое? Ёптвое мать, чё с этим? А, подожди, блин. Почему так? Чё, что-то произошло? У нас всё сломалось, что ли? Он не линкует Глору. Лоу. Он Глору не линкует. Так, ребят. Он залупился, аддон залупился. Знаешь, попробуешь как? РВ писать именно. В сплэш РВ. Да там другая хуйня. 200 вижу, 500 вижу. Там вот же тоже миллионер, если что, Дрейвен. 900. О, вот же, сливай ДКП. О, так у тебя вообще херня. 1000 вижу. Мало, мало. Мало, ну. Ну, косарь за гору, мало, ну. Я Гору забрал за 40 косарей в прогрессах. Получается, он же забрал у меня, вот же она в руках. Вот, сейчас раз. Он Глору не хотел, короче, линковать. Что за бред? Он
Надо Брюса разводить на ДКП, что-нибудь падает, это, блядь, полезность. Это, у нас же постоянно в нашей системе лута, вы за это завязываете молча, типа, никто никого не сливает, никто никого не этого. Типа, будут люди забирать талик за 2 тысячи, за 10 тысяч, потом талик станет говном, контент уйдет, талик будет забираться за 10. Типа, всем будет похую. И типа, ставьте столько, сколько это, не обращайте на свой ДКП внимания. Все хуйня. Система должна работать именно вот так вот. Вам надо, вы ставите, вам не надо, вы не ставите. Это, а да. Насчет сливов, типа, человек может ставить, типа, вы резко отказались, типа, он сливал, не сливал, он, типа, не может отменить свою ставку. Если он скажет, а, нет, я передумал, ему все равно нахуй срежут и отдадут шмотку. Нет, еще и пизды дадут. Поймают. Да нет, тут Спок выезжает на адрес, если что. Такая штука. На Фурика заебись. Спринцов, который, но... Да, на первое время это топовый. Я за недолго ходил, так и не получил. Потом получил, когда она мне уже нахер не нужна была. Черепка забирай и дальше поехали. И чё, говоришь, вообще этот Зев не, ну, ни о чем, да? Хуйня. Ты, может, забыл про него, лошара? Ты вообще, блядь, чё за цифра 18 была, я не понял. Я хуй знает. Я же билд еще перепахал чуть-чуть. Ну, я понял, но из-за апокал. А, подожди, именно таланты, что ли? Да, у меня слишком много мастерей, я этот... Ну, блядь, по факту я управление злости поставил себе. Ну, где-то ты нахуй вертал, короче, эти скажу. Нет, с билдом нет. Странно. Короче, для... Варм Сиорг не показатель в Т4 вообще, но... Всем спасибо, до свидания. Счастливо. Ты знаешь, что делать, Брюс? Сейчас уже минус 10. Ты Тухлого тогда сохраняй. Я с Тухлого, да, я там этот, в Соджи, в притирочку. Там вот именно Оджи, Харган, я и еще кто-то. Вчера, да, у нас топеры, у нас Бетти потратил 9200 ДКП за все время, Азерет 9100, Садж 9600 потратил. А ты, кстати, вот как этот отчет посмотреть? Я могу его посмотреть? После аддон скачай к UDKP. Ага, понял. Он, по-моему, у нас в аддонах есть там. Да, я его убрал, чтобы его не пиздили. У нас уже его кто-то спиздил и себе в гильдию при собаке. А, эти котики и нотики? Не только. Если хочешь просто отслеживать карга ДКП, можешь в интернете скачать, он отслеживать у тебя будет. То есть он у тебя просто начислять не будет. У нас именно тот, который работает на Сирусе аддон. А... Начислять он у тебя просто не будет, но отслеживать ДКП он у тебя будет. Ты в гугле просто убей. Да, QDKP 2 и все. И когда захочешь табличку посмотреть, вводишь просто /DKP, она тебе табличку открывает. А то просто в гильдейском окне, где люди, там, ну, тяжковато каждого высматривать. Ну, я говорю, скачай, просто вот в гугле вбей QDKP 2. И как с ЕПГП, там тоже /ЕПГП, а тут /ДКП вводишь, у тебя табличка открывается, всех сразу видать. Также надо будет галочку ставить, устаревшие модификации. Не помнят, по-моему, ли? Если нет, может, то может нет. А если да, то у меня сразу игра висюлю ловит. По-моему, не надо. У меня, по-моему, не стоит. А может и стоит, я его знаю. Ну я понял, ладно, не парься. Еще один древнейший саранит валяется у меня. Это последняя вещь в этом рейде, которую я линкую по ДКП. Покруху забыли. А, блядь, Сиран. Камышка, мишка. Там хули слюна на стояк капает уже. Сейчас. Я думал, это камень вообще бежит.